общем, друзья, прошло полчаса. Наши тушеные овощи в одной сковородке готовы. Всем привет! Вы на канале Ритор ТВ. Сегодня рубрика «Готовим вместе». Недавно я прочитал комментарий, где было написано от моего подписчика, почему я всегда готовлю с мясом блюдо. Можно какое-нибудь блюдо без мяса? Да, конечно, без всяких проблем. Держите. Сегодня готовим мы в одной сковородке и будем тушить овощи. Так что делаем тушеные овощи в одной сковородке. И желаю, как всегда, всем приятного просмотра. Итак, нам сегодня понадобится шампиньоны, у меня 400 грамм. Один баклажан, одна небольшая цукини, красная паприка, репчатый лук, у меня две штуки на мою сковородку, ну и, конечно же, картоха. Многие говорят или пишут, например, я сколько раз видел, на ютубе, например, видел, все пишут, вот мы делаем сегодня тушеные овощи с картошкой, или там шампиньоны и там и с картошкой. Друзья, картошка — это тоже овощи, поэтому я же не могу сейчас назвать тушеные овощи с картошкой, правильно? Это все овощи, значит, все вместе называем тушеные овощи. Кто со мной не согласен, пишите, но тот, кто разбирается, тот знает, что картошка тоже овощи. Это помимо того. Про паприку я уже говорил, не говорил, не знаю. Вот паприка. Теперь из приправ у нас идет приправа домашняя зелень. Приправа для бульона или супов. Самое важное. Кубик Магги. Соль, перец. Понятно. И копченая паприка. Все, друзья. Больше сегодня нам ничего не понадобится. Сейчас я все подготовлю, все начищу, все нарежу. Ну и встретимся уже у плиты. Так что не переключаемся, смотрим дальше. И знаем, что картоха — это овощи. Сказки, думаю, что ли? Ну все, друзья, в общем, я все подготовил. Короче, как нарезал, так нарезал. Вы можете по-своему нарезать. Я нарезал вот баклажаны, например, цукини крупно. Также шампиньоны покрупнее, картошечку, лучок помельче и паприку помельче. Вот так. Сейчас переходим к плите и начинаем готовить. В общем, включили печку, теперь берем растительное масло и немного растительного масла. Вот так вот, достаточно. Ну и теперь нагреваем все это дело. Еще один лайфхак, как говорится, от Ритор ТВ. Вот здесь вот дырочки на сковородках, вы, наверное, все знаете. Нет, это не вешать. Все думали, конечно, это вешать на стену. Нет. Это для ложки, чтобы
экономить место. У меня, например, вот такая вот есть ерунда, где я ложу ложку. Ну, а многих такого нет, они подкладывают салфетку и так далее. Можно брать просто вот так вот. Или мешалка, да? Раз, ее вот сюда. Все, вот она у тебя есть. Прикольно? Прикольно. Напишите в комментариях, кто об этом не знал. Также взял и помешал дальше. Раз, и сюда опять. Вот. В общем, нагрелась сковородка. Теперь берем лучок. Высыпаем лучок туда. Ну и немного поджариваем. Где-то минуты две. Прошло пару минут. Теперь берем шампиньоны и добавляем шампиньоны. Все, шампиньоны у нас в сковородке. Теперь берем и хорошенечко все обжариваем. В общем, поджарились немного шампиньоны с лучком. Теперь берем паприку, добавляем паприку. И также где-то минуты 2-3 обжариваем. Уже начинает цвет набирать. Ну все, обжарилась немного паприка. Теперь берем цукини и баклажаны. Добавляем в сковородку. Ну и, конечно же, тщательно все перемешиваем и обжариваем минут 5-7. Все вместе. Прошло, в общем, 5 минут. Теперь берем картошку, которая является тоже овощем, и отправляем в сковородочку. И также минут 5 еще обжариваем. Ну все, прошло у нас 5 минут. Теперь добавляем все специи. Паприка копченая. Кто любит, не жалейте. Теперь идет соль. Перец черный. Приправа домашняя зелень. Приправа для бульонов и супов. И берем кубик Магги. Добавляем его тоже вовнутрь. Теперь берем воду и заливаем воды. Получается где-то 300-400 миллилитров. Вот так вот. Теперь берем все тщательно, перемешиваем. Так, все перемешали, теперь берем крышку, накрываем крышкой и ставим на средний огонь, плиту. Можно даже чуть-чуть ниже среднего. И пусть это все дело томится, тушится минут 20-25. Зависит уже от картошки, какая у вас картошка. Картошка бывает разная, вы сами знаете, что это овощи. Так что, друзья, встретимся немного позже. В общем, друзья, прошло полчаса. Наши тушеные овощи в одной сковородке готовы. Сейчас я себе положу
тарелочку и будем вместе дегустировать. Так что не переключаем. В общем, друзья, наши тушеные овощи готовы. Запашок. Вот, смотрите. Соком. Все как надо, друзья. Вот это просто бомба. Мои рецепты все бомба. Не я это говорю, а говорят все окружающие. И вы в том числе пишите мне комментарии и говорите, что рецепты отличные. И говорите еще мне спасибо. Ну а мы теперь дегустируем. Слюнки текут. Прям берем вот так вот хлеб, батон, что-нибудь там, я не знаю. И прям макаем туда. Прям макаем, макаем. Невозможно оторваться. Блин, как это вкусно. Спасибо подписчику, который мне написал, что или попросил что-нибудь приготовить без мяса. Вот сегодня готовили без мяса, и получается еще вкуснее, чем даже с мясом. Когда-нибудь попробую вот это же блюдо приготовить с мясом. Посмотрим, как получится. Бомба. Ладно, друзья, не буду вас долго дразнить. Готовьте по моему рецепту. Вот реально, вот бомбически вообще. Кто приготовит, пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписаны. Сегодня была рубрика «Готовим вместе». С вами был Виталий с канала Риттер ТВ. Это блюдо просто бомбическое, и все готовится в одной сковородке. Так что, друзья, давайте, пишите свое мнение в комментариях. Ну а мы с вами надолго не будем прощаться. Встретимся скоро уже в следующем ролике. Всем пока, всем удачи!